try not to get under. If you попытайтесь заходить не снизу. Если вы заходите снизу, лучше ребра. Лучше доходить в ребра. Или локоть. Окей. Давай. Попытка захвата. Попытка захвата. Better. Неплохо. Better if he doesn't let him get it. Но лучше, если можно не дать ему схватить в начале. Остановить его нужно в челюсть. Не дать сделать захват. He's still going. Вы не идете на захват. У вас закрытые кисти. Идти прям реально идти на захват. What? He's still letting him get it. А вы все еще даете ему сделать захват. As he comes, когда он идет на захват, сразу остановить. Не дать взять захват. И пытался, давал людям возможность выстрелить в меня простым патроном. Before I could move. До того, как я пошевелюсь. It never happened. И это никогда не случалось. Do you know why? Почему? It's not because I'm faster than everyone. Это не потому, что я быстрее, чем кто-то не было. It's because action is faster than reaction. Это потому, что действие быстрее, чем реакция на действие. So here's the gun. Вот пистолет. You do not want to do this shit while you're in front of the gun. Вот это вам вообще не нужно. Вот этого никто не хочет. You want to get to the side. Now the barrel's that way. Опять-таки, вам нужно зайти сбоку. И теперь пистолет направлен не на вас. From here it's easy to do the million techniques. И отсюда уже можно сделать миллион разных вещей. As long as I can feel the gun here, если я чувствую пистолет спиной, I can get behind him. Я могу зайти сзади. If I can't feel the gun, если я не чувствую пистолет спиной, I'm screwed. Тогда мне конец. So, итак, first thing let's do is this. Сейчас попробуем вот это. Do not keep your body square. Никогда не встать и останавливаться. Вы всегда хотите движение сбоку. Отсюда огромное количество очень легких способов. Okay, let's try that. Попробуем. Ищ! Всегда сбоку. Никогда нельзя заставать встать перед оружием. Don't try to grab. Не пытайтесь взять пистолет. Не пытайтесь взять просто. Вот. Очень резко ушел. Да. Еще раз я медленно хожу. Вот так безопаснее. Руки.
Да, отлично. Да. See, he's doing something very advanced. Вы делаете такую совершенствованную. He's not even moving. Вы даже двигаете. And if you're good enough, you can do that. Если ты достаточно хорош, да. Once you have this, потому что как только у вас есть вот это, if you're good enough, you don't care. Все, дальше. Once you have this, вот как только вот это у вас есть, все, дальше вам уже плевать, абсолютно вы можете. That's everything. Все, вот главное вот это вот движение. Because the barrel, потому что ствол. Уходит не вам лицо. Что я сделаю? В большинстве случаев, в реальной жизни я пристрелю его, даже если у него пистолет. Я направлю ствол в лицо соперника и пристрелю его сам.